Ознакомиться со строительством учебного заведения приехали депутаты областного маслихата. Их интересует качество проводимых работ и освоение бюджетных средств. На строительство колледжа с республиканского бюджета выделено 2,5 миллиарда тенге. По словам подрядной организации, основная работа закончена, осталась внутренняя отделка и установка оборудования. Этот объект у нас начался с 2009 года. Вот. Год начали земляные работы делать, потом у нас остановились финансирование. Вот полтора года объект стояло, после пошло финансирование, и мы заново начали форсировать этот объект. В профессионально-техническом колледже номер 19 предусмотрено 5 учебных корпусов, мастерская, гараж, спортивный зал, столовая, а также 3 общежития на 180 мест. Здесь будут обучаться 360 учеников. Здесь подготавливают учащихся, значит, комбайнеров, водителей, сварщиков такого профиля. Все специальности, которые будут осваивать учащиеся, очень востребованы, поэтому выпускники колледжа не останутся без работы.